Во-первых, здесь есть ошибка полностью. Не все так. Люди, которые говорили и задают такие вопросы, они не читали вторую часть этого закона, где мэр, по решению мэра или президента, могут быть изменения. Название улицы, как Кадырова, например, названа была улица после сразу его гибели. То же самое с Уго Чавесом, который сделал для России очень многое. Он друг был России, он ввел туда русские компании, которые там работали совместно с Венесуэлой. Поэтому это, мне кажется, правильное решение, позитивное, и оно дает наглядный пример для других, что если с нами дружит, мы готовы даже улицы называть этими людьми, не только при их гибели, но и при их жизни. Поэтому я считаю, что это правильное сделанное решение. Мы должны знать героев, которые с нами общаются на добрых началах и с открытым сердцем.